школе-интернате «Радуга» в Смирных перешли на усиленный витаминами рацион питания. Какие еще нововведения появились в учреждении, расскажу я, Владимир Ильин, в новом выпуске программы «Перекресток жизни». Желтый, зеленый, оранжевый блюда столовой школы-интерната «Радуга» пестрят цветами. Уже от одного только вида накрытого стола у ребят поднимается настроение и появляется аппетит. А это значит, вся еда будет лучше усваиваться и пойдет лишь на пользу. Рацион ежедневно обновляется. Потребность молодых организмов в витаминах стараются закрыть продукцией от островных производителей. Есть даже овощи с собственных грядок. В учреждении своя теплица, в которой с удовольствием работают воспитанники. Признаются, выращенная своими руками продукция значительно вкуснее покупной. Меню для мальчишек и девчонок сбалансированное. За этим следят специалисты, технологи и проверяющие. Учитывается все, и потребности детей младшего возраста, потребности детей старшего возраста, калорийность, витаминизация. Дети каждый день получают необходимый набор овощей, фрукты, соки, конечно же, закуски холодные, горячие блюда, соки, компоты, выпечка. Поэтому здесь наши повара добрые следят за этим. Мы приходим и снимаем, осуществляем брокераж, то есть органолептическую оценку даем блюдам. При составлении меню кулинары учитывают пожелания детей, стараются не утомлять ребят однообразием, проявляют выдумку и фантазию. В благодарность за вкусные блинчики, сырники и даже торты мальчишки и девчонки нарисовали картину, посвященную кухонным виртуозам. Это вы вдохновились, наверное, попробовали еду, да? А чем в столовой кормят? Много чем, но очень вкусно готовят. Я еще слышал, вас даже спрашивают мнение, чего бы вам хотелось почаще видеть в столовой. Ну, вы всех-то почаще, чтоб нам давали картошку и все остальное. А ты больше всего что любишь? Пельмени. Пельмени. Ну, а это вот позади тебя, это реальный персонаж, ваш повар? Да, так и есть. Как повар зовут? Тетя Люда. Давай передадим ей привет, скажем. Тетя Люда, вам привет, вы очень вкусно готовите. Тетя Люда, вам привет, вы очень вкусно готовите, и все дети очень рады. В «Радуге» готовят не только сотрудники. Умение владеть электроплитой, микроволновой печью и другими бытовыми приборами здесь прививают с малых лет. С воспитанниками изучают рецепты первых и вторых блюд, различных десертов. Проходят и технологию, чтобы блюда были правильно приготовлены, а также соблюдалась техника безопасности. Для этого есть даже специальные классы. Помимо кулинарии, мальчишки и девчонки познают еще несколько различных профессиональных направлений. А те, кто проявляет особые таланты в изучении тех или иных специализированных навыков, выступают на конкурсе профессионального мастерства «Обилимпикс». Книги читаю. Ну, еще музыку люблю, музыку слушаю. Петь тоже люблю. Это как-то связано с твоей будущей профессией? Нет, я вообще планирую пойти на визажиста. А тебе сколько лет? 15. А почему именно визажистом решила стать? Потому что много денег зарабатывают, да? Да, денег много зарабатывают. Ну и, во-первых, красиво там крашу. Вот, вот так вот. А ты уже тренировалась на... А у нас сейчас вот Обилимпикс будет по счету визажиста. И вот в Южный поеду. А, и ты готовишься к выступлению, да? Да. А раньше был такой опыт? О, нет. Преподаватель по социально-бытовой ориентации Светлана Демидова готовит ребят к участию в очередном первенстве. В прошлом году воспитанники хорошо себя показали на региональном соревновании. Похвастаться наградами могут сразу в нескольких компетенциях. Этот год будет юбилейный для движения «Обилимпикс» в России, а в нашем учреждении тоже свой небольшой юбилей. Мы 5-й год, наше учреждение будет участвовать в этом движении «Обилимпикс». У нас очень много историй связано с этим, и у нас много побед. Практически каждый чемпионат наши ребята привозили победы с этого конкурса. В нашем учреждении готовят ребят по разным компетенциям. Это такие, как столярное дело, вязание, вязание спицами, вязание крючком, поварское дело, вот в этом кабинете ребята готовятся, кондитерское. Участие в этом чемпионате, подготовка к нему дает ребятам возможность познакомиться, окунуться, попробовать себя в профессии, как бы попробовать на вкус эту профессию.
и впоследствии поэтому они могут определиться с выбором профессии. Полезные навыки пригодятся и вне площадок чемпионата. Кулинарные умения понадобятся в самостоятельной жизни, которая уже не за горами. А умение выточить разделочную доску, вставить стекло или собрать табуретку может стать профессией. Для многих ребят участие в Обилимпиксе – это профориентация и даже первые шаги в специальность. Для других – просто общение, яркие впечатления и новый опыт, который пригодится во взрослой жизни. А ребята, получается, в этом классе, они учатся готовить блюда именно в домашних условиях, получается? Да, конечно. И, знаете, очень радостно бывает. Ведь я не знаю, все ли я делаю, несу ли я пользу этим детям. То есть, как я могу узнать, полезны ли им мои занятия или нет. Иногда, когда бывает, получаешь от них, от студентов, от наших, которые уже закончили нашу школу и учатся в училищах, и присылают мне фотографии, допустим, там блинов напекли, и пишут: «Светлана Викторовна, мы блины пекем». Если бы не вы, мы бы без блинов сегодня были. Ну, я это воспринимаю, знаете, как на свой счет. Вот, думаю, ну, наверное, не зря, чему-то научились. Ну да, раз присылают, значит, у вас научились точно. А чему еще вот помимо блинов учите? Там, наверное, борщ там варить? Ну, да, конечно, они готовят разные блюда, начиная от каши или яичницы от простейших блюд и заканчивая борщами. Ну а самым маленьким учащимся школы-интерната с профессией определяться пока рано. Для начала им необходимо освоить базовые знания, которые, к сожалению, некоторые из воспитанников своевременно не постигли до того, как попали в «Радугу». Но педагоги не сокрушаются по этому поводу, ведь, как известно, учиться никогда не поздно, было бы желание. А его у ребят стараются разбудить, придумывая различные мотивации. Педагог по призванию и велению души Наталья Андреева полвека работает в учреждении и знает, как наверстать упущенное. У меня в этом году 4-й класс. В 4-м классе 2 ребенка, мальчик и девочка. Мальчик учится, он приехал к нам в апреле этого года, а девочка у нас учится со 2-го класса. Дети хорошие, учатся хорошо, успевают, любят рисовать, спортивные игры, учиться тоже любят. Адаптируются они, конечно, долго, но мы с ними работаем по специальной программе, поэтому они все как-то успевают. Приходят даже иногда дети из других школ, не зная букв. А здесь они почему-то учатся и учатся быстро. У нас очень сильный педагогический коллектив. Специальная программа, индивидуальный подход и человеческое тепло сделают хорошистами даже отстающих. Главное – верить в успех и любить каждого ребенка. Остальное придет. Это главный секрет педагогического мастерства всего преподавательского состава «Радуги». Я занимаюсь хорошо, учусь хорошо, пытаюсь на пятерки. Вечер проходит очень отлично. Мы играем в группе, все делаем, моем в группе. Друзей у тебя много здесь? Да, Валя, Эля, Данил. А ты, когда вырастешь, кем планируешь быть? Я хочу быть, помогать животным. Ветеринаром быть? Да. Я хочу, когда отучусь, стать строителем, потому что строителем там можно, ты лучше будешь. Почетное это дело. Да. И дом себе, наверное, сам построишь. Да. Школа «Радуга» не стоит на месте. Это большая и дружная семья растет и развивается, используя в работе новейшие методики и современные технологии. Здесь учиться любят все, от мала до велика. Коллективу школы-интерната желаем процветания и новых профессиональных высот. Ну а воспитанникам прилежно трудиться за партами и найти свое призвание в жизни. Это была программа «Перекресток жизни». Меня зовут Владимир Ильин. До встречи!